Итак, значит, у нас неправильные глаголы. Мы стихотворение уже какое-то разбирали. Про вора. Про вора, да? Хорошо. Давай. Про вора разбирали. Про то, как он украл сиськи. Одно только стихотворение? Ну, там еще, по-моему, какое-то, но мы на прошлом уроке про вора разбирали. Хорошо, давай про вора. Вот эта группа. Да? По-моему. Про сосиски, которые? Да. Catch. Catch. Да, подсказки смотри. Cats. Catch. Mice. Кошки. Ловят мышей. Cats. Catch. Cats. Catch. И еще есть подсказка, вот, кот. А, это на прошедшее время, видишь? В прошедшем будет кот. И подсказка. Кот поймал мышь. Вот. Cats catch mice. Это куда я? А, это уже на следующее слово. Teach. Учить. Вот. Teacher. Учитель. Teachет указкой. Запомнила? Вот, видишь, тычет указкой. Buy, покупать. Подсказка, buy. Ну, goodbye. Скажи деньгам goodbye. Вот, и они улетели. Скажи деньгам goodbye. Buy, goodbye. Запомнила? Так, bring, принести. Подсказка. Колокольчик звонит, ринг, и служанка приносит что-нибудь. Ринг – это звонить. Ты, может, знаешь такое слово? Рингтон. Нет. Да? Нет, рингтон не да. Ну, теперь запоминай. Колокольчик звонит, и служанка приносит бринг. Там, ну, завтрак, например. Ну, колокольчики – это у богатых людей. Так. Fight. Драться, сражаться. Здесь пока подсказки нет. Seek. Искать, разыскивать. И здесь тоже пока. Хотя сыщик. Seek. Сыщик. Что-то есть такое. Ну, хотя бы си, а там сы. Сыщик. Щик убираем. Сы остается. А сы. Си. Сик. Ну, вот так должно работать примерно. Запомнила? Да, думаю, да, не очень, да? Think, думать. Ну, здесь вот, а вот здесь тоже подсказка тоже не очень. Заниматься починкой мыслей. Починка, чинк. Починка, чинк, синк. Чинк, синк. Вот. Бесить, умолять. Просить о пощаде. Так, что общего у нас в этой группе? От, вторая, третья форма. От. От. Ну, если сейчас подсказки, ты на них обратила внимание, значит, они должны помочь. У нас с картинками было? Да. С картинками. Так. A rich man. Бот. Давай сразу мы пометим это для, знаешь, для чего? Для упражнения. Следующим заходом там будет пропущено здесь слово, и ты должна будешь вспомнить. Бот. Запомнила? A rich man bought a diamond and... Bro. Да, давай ты будешь произносить. Ты же... A diamond and bro. It home and put in вот это слово. Put it in the safe. 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 Наверное, put. Но здесь нету нужного для нас глагола, но мы выделим put, чтобы предложение не просто так у нас здесь было. He saw
He thought да. That it was safe. Понимаешь, о чем здесь? Нет, so the... Он думал. А до этого ты все понимала? До этого я все понимала, просто не очень запомнилось. Ну, будем тренировать память. Значит, он думал, что он, it это он, ну, бриллиант здесь имеется в виду, был safe. Нет, в безопасности. Safe значит безопасный или находящийся в безопасности. Вот поэтому в русском языке и появилось слово safe. Запомнил? Mm-hmm. Вот здесь, вот с тобой, наверное, здесь спешить не нужно. Нужно обстоятельно все так проработать. But the safe was fallen. 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 Так. Ну, fallen это вообще-то упал. Здесь у нас как свален. Кстати, свален и fallen даже чем-то похожи. Свален, fallen. У свален с убираем, вален. А В и Ф это как бы кузены, звуки кузена, ну то есть глухой, звонкий, пара, да. Но сейф был свален. Ну, в смысле, он был вскрыт, разломан, но так как в рифму, чтобы его свалили, он как будто там его повалили, а у него дверь открылась, например. Вот так. But the safe was fallen. And the diamonds was stolen. Почему у тебя бриллиант? Ты, diamonds. And the diamond was stolen. Кстати, подсказка на stolen. А мы на стил смотрели подсказку? Нет? Не помню, да. А какая там была у нас подсказка? Не помню. Что-то мы вот этот глагол пропустили вообще. Там такая интересная подсказка была на самом деле. Тебе понравилось? Это же Broken из группы. А, точно. Точно. Со стола стащила кошка там колбаску. Со стола stolen. Со stolen. 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 Я тебе сейчас покажу. Ну, там... Я думала, что был стишок, кто вор нагло стащил. Да? Сыр. А, хорошо. Пиво, сосиски, даже яйца. Так у нас это стихотворение было или то? То. Не это? Нет. Это вообще не было? Не было. Ладно, давай уж доделаем, да. Раз уж ознакомились. Интересно. А? Интересно. Интересно, да? And the diamond was stolen. And the diamond was stolen. So then he thought... Тогда так повторяешь за мной. So then he thought... So then he thought... So then he thought... Затем... И поэтому затем он thought... Искал. The thief and caught. Thief это вор. Вора. И кот. Ты помнишь, там у нас картинка была? Кот. Ну, кот. Нет, там кот мышку держал в руке. Кот держал такую мышку в руке. То есть кейдж-кот. Да, catch, кот, кот. И поймать. И поймал. И поймал. The steal это тоже вор. Вора. Они. Поймал вора. The они. Дрались. Дрались. They fought. Fight, fought, fought. A good lesson was taught. A good lesson was taught. Mm-hmm. Хороший урок был преподнесен. Mm-hmm. Teach – учить. Ну, в данном случае переводится как преподнесен. Хороший урок был преподнесен. Taught. Teach – taught. The thief be sought. Вор. Умолял. Умолял. The man to show mercy. Человека о пощаде. Ну, как бы проявить пощаду, показать пощаду. Ну, здесь показывает пощаду. Знаешь, вот это палец. Это когда гладиаторы дрались в Древнем Риме. Большой палец вверх означало, значит, пожалеть.
И вот он показывает, пожалейте. Хотя он может вначале так показывать, а потом так... Не пожалеть. Да. Это сейчас это лайк, дизлайк, да? А у древних римлян это было пожалеть, не пожалеть. Пожалеть, не пожалеть. Да. Так, ну ладно, да, посмотрим, что у нас получилось. Хорошо? Эрич. Эрич, мэн... Мне интересно, как у тебя память работает. Эрич, мэн... По смыслу он купил. А подсказка покупать. Деньги пока-пока. Rich man buy. А, у нас вторая форма. А эта группа, она вся одинаковая. Both. Bought. Rich man bought. Uh-huh. A diamond and... Принёс. А принести, and... там колокольчик дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. И служанка принесла. Как звонить? Diamonds and... The... Звонить будет ring. Мелодия на телефоне называется рингтон. Ну, тон – это мелодия. Рингтон. Мелодия на звонок. Но сейчас это уже полноценные такие отрывки музыкальные. А раньше, когда не было музыки на телефонах, а было там ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот такое, да? Вот. Это, то есть, там, лет 15 назад, это называлось рингтоном. Ринг. A diamond and tone. Нет, нет, нет. Ты должна ring взять, а слово ring звонить. У нас они, эта группа по-другому, она вся одинаковая. Везде от. От. A diamond and rod. Только единственное, что это звонить ring, а принести будет не ring, а bring. A diamond and bronze. Нет, вся группа. Broad. Да, запоминай, вся группа она заканчивается на от. От. Повтори. От. Запомним. Да, до этого было бот, теперь брод. Чтобы ты запомнила вторую и третью форму, нужно, чтобы ты знала, что это за группа. Группа, где все заканчивается на от. И вторая, и третья форма. Теперь, тебе нужно знать первые две буквы, первых два звука в слове. Например, если ты будешь знать, что это bring, то понятно, что вторая, третья форма brought. Потому что берется br здесь отсюда. У buy берется только b. Buy. Bought. Bring. Brought. Значит, тебе нужно запомнить слово bring. А bring запоминается через слово ring. Ну, в моей практике лучше запоминается через ring. Звонить. Только единственное, что когда мы доходим до подсказки bring, принести. Многие уже знают, что такое звонить по-английски. Ring. Ну, звенеть, точнее. Не знаю. Знаешь? Угу. Ну, так, значит, без проблем. Теперь, дальше ты должна обратить внимание, что звенеть это ring, а принести... А, и еще связь. А при чем тут звонить и принести? Служанка. Знаешь, раньше такие вот веревочки дергаешь, и там где-то колокольчик звонит, и служанка чай приносит. Ну, теперь будешь знать. Колокольчик позвонили, или вот на ручке колокольчик.
колокольчик позвонили, служанка там что-нибудь принесла. Ну, или ей сказали, а потом она принесла. Вот. Значит, звонить, служанка принесла. Звонить, ринг. То есть, чтоб ты вспомнила, как будет принести, служанка принесла что-то. То есть, принести, служанка принесла. А принесла, потому что позвонили в колокольчик. Колокольчик позвонить. Колокольчик звонить. Ринг. Теперь, если ты вспомнила ринг, осталось чуть-чуть. Принести будет bring. То есть там еще b надо добавить. И получается bring. Поверь мне, быстрее способа запомнить слово bring нет. В моей практике точно. Поэтому, если ты хочешь запомнить слово bring, ну, хочешь, не хочешь, надо обращать внимание на звук B, который появляется. Bring. Ну, а если ты запомнишь bring, то благодаря этой группе ты запомнишь и вторую, третью форму. Brought. A diamond and brought. At home. It home. It home and put it in the safe. He thought thought that it was safe. Да, thought это от think. Think такой глагол для новичков типа тебя не очень легкий для запоминания. Think. Со временем люди запоминают, потому что им часто приходится говорить «я думаю». Ну, мое мнение такое. I think. I think. Да. Потом у средних классов часто пересказы есть. В пересказе они... нет-нет, встречается слово thought. Он подумал. То есть он подумал, что thought. Именно вторая форма как раз таки и появляется. Но вот так как у тебя нет ни пересказов сейчас, и ты не говоришь еще пока свое мнение, начиная с того, что I think, глагол think для тебя будет проблема. Подсказка, которая у нас там была, починка мозгов, мыслей. Это единственная зацепка. Берешь слово починка, убираешь оттуда в начале по, то есть чинка, и в конце а, чинк. И теперь как-то пытаешься обратить внимание на то, что чтобы получилось английское слово, че надо поменять на с. Чинк, think. Чинк, think. Вот так. Запоминаешь think. И благодаря группе запоминаешь вторую, третью форму thought. But the safe was stolen. Нет. Он как бы был свален. Stolen. Свален. Вот свален это и есть сама по себе подсказка. Свален. Stolen. Не, стол это украден, там со стола кошка украла. Fallen, свален, fallen. Я понимаю, что здесь свален, а там fallen. Но что-то есть, все равно что-то такое есть общее. Запоминай. But the safe was fallen. Fallen. And the diamond was stolen. So then he thought the thief and поймал and caught caught.
чуть потихонечку группа начинает работать. Ты все-таки вспомнил, что там от где-то должно быть, да? И кэч у тебя превратилась в код. Понимаешь, да, как эта группа работает? The stealer, they... Фот. Да, у меня там подсказка должна быть. Фотография. На фотографии спортивный бой. Ну, фотография, на фото бой, дрались, фото, фотка. They fought. A good lesson was Нет, там от слова учить. Taught. Вот так. Taught. A good lesson was taught. A good lesson was taught. They... Thief. Be sought. Ну да, здесь я вообще не надеялся, что ты вспомнишь такое слово. Оно редкое, раз, сложное, два, подсказки нет, три. The thief be sought. The man to show... Mercy. Так, ну нам надо еще раз... Один разочек пройтись, чтобы закрепить. Rich man buy. Так, не забывай. Да, не забывай. Rich man bought a diamond and bought. Bought у тебя же bought. До этого. Там приносить. Служанка принесла. Брод. Видишь, служанка сказал, ты вспомнила. It home and put it in the safe. He thought that it was safe, but the safe was fallen. And the diamond was stolen. So then he sought. Он сыщик, на «с» начинается, и там тоже на «с». Sought. So then sought the thief and Мыши. A cot. The stealer. Там сфотографировали. Fought. A good lesson was taught. The thief. Be sought. The man to show. The man to show. Mercy. Ладно, достаточно. Так, значит, ты говоришь, у нас другая группа была. Да, broken, по-моему. Вот. Понял. А вот это не было точно, это да? Не было. Вот это стихотворение. When the sun rose. Нет. Угу, вот хорошо. He went to the shop and the beer he chose. Угу. Так, давай-ка здесь два глагола помечу. Вот этот тоже не помешает нам. He put in the fridge. Так, he put. He put in the
fridge and there is it froze. И здесь тоже два помечу я. Вот этот вот. Нет, вот этот put. But someone made a very big hole. Ну, здесь вот это слово является важным. Ты же помнишь это стихотворение? Ты понимаешь, да, о чем здесь сейчас говорится? So, through the wall in the kitchen. А здесь мы выделим предлог through, через. Подсказка. Дыру. Через дыру. Теперь дыру. Убираем «ы». Получается, что? Дру. Нет. Дру. «Ы» убрали. Дру. Да? И тянем. У. Дру. Теперь «д» меняем на «с». Through. Запомнила? Through. Угу. Главное дыру запомнить, что через дыру. And impudently. Так, impudently. Impudently stole. Угу. А что я сделал? Так. Не знаю, что там получится. Мне кажется, здесь какая-то ерунда у меня получилась. The bee, the sausages, and even the eggs. Угу. А что это я eggs подметил? Не знаю. А ладно, какая разница. Что-нибудь, да? Угу. And then run away on very fast legs. А. Run. Это run? Да. Это не run. Что это? Это ren. Почему ren? Ну, а почему должен быть run? У нас так в школе учили просто. Она же по-другому пишется. Не так, ран. Нет, не так. Через букву «Ю» пишется ран. А что на «рен»-то бежать тоже или? Почему «бежать»? Ну что значит «рен»? Бежала. Убежал. А. Время какое? Прошедшее. Вот, запоминай. Then female yells broke the still of the night. Угу. Здесь все понятно? They woke him up. Something was not wrong. Right. Тоже right. Понятно? Угу. Они пошли к нему, что-то было не так. His wife come to him. И здесь ты читаешь неправильно. Это не come. Came to him. When he rose, she spoke. Spoke. У нас же эта группа. Третья форма, вернее, вторая форма. Oh, везде. Oh. Rose. Spoke. To him of his bee, he stood like on... N, смотри, внимательно. У тебя еще проблема с внимательным чтением. Так, ну что, посмотрим, что получилось у нас. He go to the shop. Нет, прошедшее время. He go... Нет, went. He went to the shop and the bee, he... Давай-ка, знаешь, что сделаем? Поработаем над подсказками. Так. Причем твоя же подсказка, и ты не помнишь. Открой away. Подсказка. Открой веки. Веки. Wake. Awake. Вот таким вот образом. Веки. Wake. Awake. Wake. Можешь даже wake up. И там, да, тоже. Открой веки.
Вот, видишь, она веки открывает. Вот, break. Поломка. Break – ломать, разбивать, прерывать. Брак – поломка. Брак – прерывать холостяцкую жизнь. Брешь – брейк-данс. Ну, вот такие подсказки. Вот, брейк-данс. Ну, может, одной вот этой подсказки даже хватит, да? Ну, другие там. Брак – поломка. Не знаю, насколько тебе это поможет. Это прерывать холостяцкую жизнь. Не знаю, вообще понимаешь, что это такое. Нет. Ну, и неважно. Брешь. Брейк – брешь. Пробоина, дыра. Так, speak, говорить. Ну, это слово ты должна знать. Wake, просыпаться. Вот, открыть веки, та же самая подсказка. Wake up, если вставайка, выделить жирным вайка, получится wake up. Вайка, wake up. И открывайка глаза, если... Здесь вайка мы выделим. Вайка. Открывайка. Глаза. Просыпаться. Вот они, эти подсказки. Открыть веки. Вставайка. Открывайка. Глаза. Вот. Choose shoes. Видишь, я даже здесь картинку поменял. Специально обувь поставил. Ты же предложила shoes. Правильно? Choose shoes. Фриз, рефрижератор, замерзать, мерзнуть, это антифриз. Я не знаю. А? Не знаешь? А вот рефрижератор? Не знаю. Ну вот запоминай, вот не машина фриз. С холодильником внутри. Мне кажется, все знают фридж. Да? Ну, хорошо. Холодильник. Не все на самом деле. Не знаю. Weave. Подсказка свивать. Там выделено weave. Свивать. Вот. Свивать гнездо, например. Weave. Cleave. Раскалывать. Подсказка, вот смотри, расклевывать. Клев выделено. Cleave, клев и клюв. Клюв. Вот он. Расклёвывать. Клив. Клюв. Клив. Стил. Красть. Воровать. Украл. И след простыл. Раз подсказка. Стол. Кошка украла колбаску со стола. Вот. Украл. След простыл. Здесь мы берем стыл, выделяем, да? Стыл, стил. Кошка украла колбаску со стола. Стола, стол. Или stolen. Давай-ка еще раз. He went to the shop and the beer he chose. He put in the fridge and there is freeze. There it freeze. У нас вторая группа. Ну, эта группа, точнее, там все одинаково во второй форме. Все одинаково во второй форме. Frozen. Это третье. Froze. Chose. Тем более рифма здесь есть. Chose. Froze. But someone made. But someone made a very big hole. Через. Chose. Как? Chose. А ты подсказку помнишь? Uh-uh. Ну, сквозь, через что-то. Через что? Через.
Не-не-не, ты подсказку должна сначала вспомнить. Если хочешь запомнить этот предлог, ты должна вспомнить подсказку. Вот сквозь, через. Через что? Сквозь чего? Дыру. Было же у нас это? Да? Дыру. Теперь из дыры нужно вспомнить, как будет через, сквозь по-английски. Дыру. Сру. Сру. Through the wall in the kitchen. And impudently. And impudently stole. The bee, the sausages, and even the eggs. And then ran away on very fast legs. Почему legs? Потому что legs. Ну, а как правильно читается? Как надо окончание прочитать? Legs. Вот так. Это очень важно. Then female. 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 Yes. Yeah. Broke the steel of the night. They woke him up. Something was not right. His wife came to him when he wake. Как у нас гобелин это было. Луна поднялась, а здесь он поднялся. Нет, это просыпаться, это веки, веки. Открывать веки, открывать глаза, а подниматься немножко другое. Но подсказка у меня тоже, ну не, почти с глазами. Поднимать брови от удивления. А удивление это сюрприз. Сюрприз, райз. Rose. Нет, rose. Нет. When he rose. She spoke. Spoke. She spoke. To him of his beer. Beer. А тут что это такое? Столько всего тут. Beer. Откуда здесь взялась эта штука? Ладно. To him of his beer. Там точка должна быть. Вот первый прочерк. Это я там. Я потом исправлю, я что-то там накосячил. Here. Stood. He stood like an oak. An oak. He stood like an oak. Ага, а oak здесь главное есть. А тут опять. Мы вроде oak убирали. Ладно. Чего я убралась? Да, там я не знаю, посмотрим. Сейчас. Так, Полина, то видео можешь уже больше не смотреть, смотришь вот это видео. У тебя два стихотворения уже. Хорошо? И повторяешь учебники. Договорились? Ну все тогда. Дальше ничего не будет. А, нет, все это. Конец. Okay.